Итак, сегодня суббота, и хочу поделиться коротеньким рецептом, как сделать вкусные ребрышки. Это занимает примерно 1,5-2 часа. Берем ребра, я взял свиные ребрышки, отварил их в этой кастрюле большой, там почти 1,5 ведра, наверное. Там бульон такой получился вон. Вложим в него ребра. Как закипит, солю, ложу 2 луковицы большие и 3 морковки крупных. И все это дело варится час. После того мясо достаю, оно немножко обтекет, немножко остынет. Я его мариную с барбекю соусом. Вот. Обмазываю полностью, чтобы оно немножко пропиталось. Ну, это буквально там 10-15 минут. Вот кусочки. И потом на газе, на газовой печке вот этой барбекюшницы готовлю. Хотел делать на углях, уже достал, вот там мешок стоит. Подумал и решил не разжигать, потому что жара на улице больше 30 градусов. А, здесь тоже неплохо получается. О, какие. Песня просто, да? Все, эту партию можно снимать уже. Ой-ой-ой. Тут даже уже подгорело. Лишнее тоже не надо. Уже начало сильно подрумяниваться. Они уже готовые, вареные. Их просто-просто хорошо разогреть. Просто так дымочек им дать, чтобы дымком они взялись. И все. Отварим картошки, пюре с салатом. Я думаю, все это дело зайдет на ура. Сейчас пойду разнос возьму и красиво все это выложу. Начинаем снимать. И сюда ее, в чашечку. Раз. Два. Три. Четыре. Вот так. Пять. И шесть. Вот так. И закладываем следующее. Сюда их. Прям такими здоровыми кусками. Во. Здесь поменьше. Оно готово. Его, в принципе, только разогреть. Эти маленькие быстро возьмутся. Этот здоровый чуть боком можно положить. Ладно, все равно еще партия будет. Хотя можно один еще сюда вот. Все. Вот такой рецепт. Закрываем. Вот, подрумянились они. Газ на всю включил. Так что, как моя дочка говорит, будет сейчас приятного аппетита. Для всех. Ну ладно. Приятного аппетита. Вот, сюда еще полежал сейчас в этом рассоле. Не в рассоле, а в барбекю соусе, то есть. И все. Ну, вот такая идиллия. С дымком. Ладно, пускай греются, не буду открывать. Вот что с этого получилось. Партию снял я их, вот ребрышки подрумянились маленько, потом их смажем еще соусом и будем кушать. Так, переверну на другую сторону. Сейчас эта партия дойдет, их надо просто прогреть и придать чуть-чуть вкус дыма. Те немножко сжег, пока за чашкой сходил первые, но это и окей. Мелочи. Так что самое простое блюдо, мне кажется, делается легче, чем шашлык. Это свиные ребра, также можно использовать говяжьи, даже они вкуснее. Ну, разное мясо, разный вкус. Так что как-то так. Приятного аппетита.
Занес домой чашку. Получилось вот она, не знаю, килограмма 4, наверное, может больше, 5. Нарезали арбуз, салат, барбекю соус. Кому охота будет помакать, можно помакать. И все это дело будет с картошкой, с толченкой, с пюре. А также манго-сироп или разбери со спрайтом холодным. Отлично. Этот краник, раз-раз, две порции или три. Кому по вкусу, кто как любит. Заходит тоже на ура. Ну все, приятного аппетита. Будем кушать.